Всем привет! Сегодня мы будем делать реакцию на выступление второго тура Цинчун Юни, или Idol Producer по-китайски. Вот. И первая команда, которую мы будем смотреть, это Dance. Dance. Да, выступление Turn Up. Я точно знаю, что там Минмин. Ладно, не говори мне, не говори. Жэньнин. Зачем мне говоришь спойлеры? Я же хочу посмотреть. А, ну окей, ладно. Тогда мы смотрим. Раз, два, три. Все. Начало уже как-то. Вау, Минмин. Минмин. А, Гуани здесь, да? Вау. Какой он фигурный. Это же Мэншан. Я только по лицам узнаю, по именам. Это Сьехла, мальчик. Да, это Сьехла, который тот. Вау, Гуани. О, вообще другой. Не узнала. Он такой милашка. Это мой Ихан. Помнишь, который ты показывал с этим бананкой был? А, да ну. О, это же нет? Подожди. Да, это он. Бонзин. Да, как мы классно. Прикольно, вообще другой. Блин, это арава. Вау. Не узнаю мальчика. Блин, я в шоке от Гуани. Какой он классный. Круто. Лицо знакомое. Это... А, это же Иши. Инши или Иши, как его? Я не знаю. Выступление классное, но если это категория танца, да, то мне не хватило немножко вот этого какого-то драйва. Я не знаю, динамики вот это, да, и чего-то такого прям честно драйва. Честно говоря, я не скажу, что мне прям особо так понравилось. Так обычно нормально. Минмин красивый, да. Гуани меня удивил, потому что он обычно такой милый мальчик, а тут прям ему очень идет. Сменил свое амплуа. Вот. И Жэньнин, если честно, После предыдущего выступления он здесь потерялся. Mm. Как-то его было мало, и как-то он особенно взгляд не цеплял. Ну, не так выделялся. Ну, здесь, по-моему, только Минмин взгляд цеплял. Mm. Ну, потому что действительно очень был хорош. И да. Так что, ну, да. Окей. Вот так. Будем мы смотреть мальчиков, мы мальчиков в любом случае любим, так что... Да. Да. И так сойдет.